Ну вот подсох уже наш цыпленок. Пока он сох, я дорисовала цветочки, веточки. Это вы уже рисовать умеете. Мы с вами рисовали, поэтому я не объясняю, как рисовать цветочки, веточки. Это вы уже нарисуете сами, если захотите. Теперь мы цыпленку рисуем лапочки. Да, такие более яркие оранжеватые лапочки. Вот так. И расставлены пальчики у него. Раз, два. И там еще вторую ножку мы чуть-чуть видим лапки. Вот так. И клювик. Клюет он лепесточки от цветочков. Наш цыпленочек клюет лапочки. И глазик черной краской дорисовываем. Вот здесь так. Все, готов наш цыпленок.